Здравствуйте! Представляю вам мойку высокого давления Nilfisk C106.5. Она подойдет для очистки садовых дорожек, лестниц, автомобилей и велосипедов. Несмотря на малые размеры и скромные габариты, мойка обладает множеством достоинств. Насос для мойки выполнен из алюминия. Это очень надежный материал, а значит агрегат прослужит долгое время. Двигатель тоже достоин похвалы. Его мощность 1300 Вт. Этого достаточно, чтобы мойка могла перекачивать более 400 литров воды в час. Напор воды при этом может достигать 100 бар. Даже при таком сильном напоре вода расходуется экономно. Это происходит автоматически. При нажатии на кнопку распылителя система включается, а если кнопку отпустить, отключается. В комплект мини-мойки входят три сменных насадки сопла. Пистолет, сопло торнадо и Power Speed. Каждая из них подает струю различной мощности и конфигурации. Для быстрой смены насадок предусмотрена система Click and Clean. А для их компактного хранения специальный держатель на корпусе мойки. И вы никогда не забывайте, что мы рекомендуем только качественную технику.